Глава администрации Печоры Валерий Серов арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Решение об этом принял Сыктывкарский городской суд. Уголовное дело возбудили по материалам оперативной разработки Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального МВД. По версии следствия, мэр вместе со своим первым заместителем Андреем Канищевым лоббировали интересы местного предпринимателя. По данным следствия, Валерий Серов и его бывший первый заместитель Андрей Канищев, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере. За совершение действий в интересах предпринимателя, в том числе за предоставление ему возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объекта и мест общего пользования в городе. Сам Канищев, напомню, попал под следствие еще в августе прошлого года после скандальной истории с избиением на главной площади Печоры режиссера праздничных мероприятий. В результате 51-летний мужчина упал с лестницы, ударился головой об асфальт и позже скончался в больнице. Скрываться от следствия, тем более оказывать давление, в том числе и на свидетелей, не намерен. Я уверен, что полное всестороннее расследование произошедшего несчастного случая докажет не только мою непричастность, но следует и мою невиновность. Имея на иждивении 4 детей, постоянное место работы и прописку в городе Печоры, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест. Обвинение в коррупции Канищеву добавилось в апреле. Под стражу попал и предполагаемый взяткодатель Олег Курашев. Тогда шла речь о подарке Канищеву в виде смартфона стоимостью около 170 тысяч рублей. Сумма взятки Серову пока не разглашается, но, судя по квалификации статьи, она больше 1 миллиона рублей. Во время обыска на квартире градоначальника силовики изъяли рубли и валюту на общую сумму почти в 1,5 миллиона рублей. Происхождение этих денег Серов пояснять не стал. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, свое задержание. Признаете ли вы свою вину? Деньги, которые нашли у вас в квартире, это взятка была? Как-то связываете данное дело с вашим решением уехать на СВО? Напомним, о своем решении уйти добровольцем на СВО Валерий Серов объявил 21 сентября и должен был поступить в распоряжение Минобороны России 1 октября. Печорские депутаты согласовали ему неоплачиваемый отпуск на полгода. Это не спонтанное решение. Я считаю, что в такой трудный момент для нашей страны каждый мужчина должен встать на защиту своей родины, своего отечества. Я как гражданин, как офицер запаса, считаю, что не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей страны. Сторона защиты просила суд отпустить Серова под домашний арест. Следствие настояло на помещении градоначальника в СИЗО. Сыктывкарский суд с этим согласился и отправил его под стражу до 29 ноября. Это решение Серов может обжаловать.